Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. Итак, вышла сегодня первая бета iOS 13.4.5 бета 1. То есть помните 13.4.5. Вот, что здесь нового? Такое, фиксят баги, непонятно что. Как бы какие-то новых фишек я здесь не наблюдаю, но весит 3 гигабайта и 110 мегабайт. Как бы для меня это большой вопрос. Что здесь они запихнули, что они здесь корректируют, как бы это для меня загадка. Но опять же, я не стану проводить скорость работы, потому что приложения они так быстро открываются, тут и так все понятно. То есть реагируют все виджеты хорошо. Отклик этот, скажите, я скажу. У нас был 3D Touch, Haptic Touch. Вот, отклик Haptic Touch также нормально работает. Здесь нареканий никаких сказать не могу, потому что все работает классно. Стоит ли сейчас ее накатывать? Конечно же нет. Это первая бета. Как мы знаем, могут быть проблемы с батареей и всякое такое. Как бы, только попользовавшись, можно сказать, будет ли полноценным, то есть актуальным ее скачивать. Я это скажу уже завтра вечером. Сейчас, конечно же, я вам это дело не рекомендую. Но сначала можем пройти с вами на обычный тест, просто перейти в аккумулятор, то как обычно я говорил. То есть только прогрузится информация, мы сейчас ее пролистаем. Если будет подглючивать после первого раза, как опустимся к низу, вот этот первый раз, это нормально, это у всех. Если будет дальше, ну видите, подглючивает, значит не нужно. Значит, она глючная и не стоит ее ставить. Значит, могут быть всякие разные глюки, которые вам, они, конечно же, не нужны. Буду я страдать. Лучше вы смотрите за моими страданиями. Вот, в принципе, как-то так. Поэтому что я рекомендую? Конечно же, не обновляться. Следите лучше за новостями. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. И оставляйте ваше мнение в комментариях. Какой у вас iPhone, какая у вас iOS и какие, возможно, у вас сейчас проблемы на данный iOS. Но пока не рекомендую. Однозначно не устанавливайте. Всем пока.